Перед вами палантин, связан из итальянской бобинной пряжи, здесь в составе махер и полиамид. Пряжа очень мягкая, очень покладистая. Интересный дизайн, придуманный мною для вязального конкурса еще в 2017 году. То есть этому дизайну уже 5 лет. Вяжется это изделие довольно интересно, потому что оно вяжется не традиционно, да, как вот вы набираете петельки и пошли наращивать длину наверх. Нет, здесь наоборот, изначально набирается вся ширина изделия набирается, и затем вы вяжете наверх, наращивая его высоту. Вот такое решение. Более того, узор, рисунок здесь на этих двух частях разный, отличается. Кромка оформлена вот такой вот косичкой, крючок и фурнитура. Фурнитура металл. Металл. Это не пластик, это металл. Для чего он здесь нужен? Для того, чтобы держать ровно форму, потому что мало того, что мы вяжем... Вот всю ширину набрали и вяжем высоту, мы еще и вяжем в скошенном направлении, да? То есть здесь... У меня кромка, вот, надеюсь, вам будет видно, кромка, она косая, она идет под наклоном. И весь рисунок, соответственно, тоже здесь выстроен под наклоном. Две эти части, которые отличаются по длине, одна более длинная, другая более короткая, соединены, опять же, наискос, под наклоном, соединены вот таким образом. Фурнитура, металл, которая держит форму. Ну, и эта часть связана вот таким вот образом. На самом деле у меня их было довольно много, этих палантинов разноцветных. Ментоловый цвет был очень красивый. Белый у меня есть, который я сама ношу. Точно такой же цвета фиалки. Я его сама ношу, вы его видели в видео на мне. Я его ношу, а вот этот, он выставлен на продажу. Так что, если кому-то интересно, пишите. Цена... Очень-очень-очень смешная, пожалуйста. Сейчас даже шапки за такую стоимость не купишь, шапки ручной работы. Здесь действительно кит-махер. Вот фурнитура таким образом выглядит. Ну и качество материала. Видите, да? Мягкий-мягкий махер с довольно длинными ворсинками. Вот они все видны. Очень-очень приятное к телу покладистое полотно. И главное, теплое. Не смотрите, что оно такое дырявчатое, ажурное, легкое. Нет, действительно очень теплое. Цвет просто изумительный. Это глубокая, насыщенная фиалка. Есть, разумеется, и другие цвета у меня в наличии. В принципе, можно связать похожие, если вам нравится такая модель. Я могу связать для вас из итальянского махера с шелком. Разумеется, цена уже будет совсем другой, потому что эта пряжа значительно дороже. Но, тем не менее, это нисколько не уступает, поверьте. Полиамид прекрасно держит форму, не растягивается, не вытягивается, не деформируется полотно. Комбинировать можно абсолютно с любым образом, с любым стилем, с кроссовками, с каблучками, со спортивным образом, с классическим, разумеется. Достаточно широкий, видите, да, он достаточно широкий. Он у меня получился вот здесь, вот ширина его более 80 сантиметров. Да, ну а про длину я уже говорю, там больше 2 метров. То есть можно обмотаться, вокруг шеи можно повязать, можно обмотаться полностью целиком, как в плед. Он действительно широкий и длинный. Вот такая красота необычная. Повторю, это мой авторский дизайн. Он был представлен на вязальном конкурсе 5 лет назад. Все модели, представленные на этом канале, они все доступны к заказу, либо доступны к покупке, если они есть в наличии.
Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, я всегда на связи. Если вы любитель вязания и вам какая-то модель понравилась, тоже пишите, задавайте вопросы на какие-то модели. Я с удовольствием делюсь вами секретами вязания и снимаю мастер-классы. На какие-то модели у меня есть уже готовые мастер-классы, платные. Их тоже можно приобрести. Поверьте, стоимость очень-очень доступная для материала, очень подробного, основательного и, конечно, полезного. Поэтому я открыта к сотрудничеству, открыта к взаимодействию. Всем желаю творческих успехов. До новых встреч. Счастливо!